больше в сети ничего не поменялось, то есть мы можем запускать трейн с разными параметрами и смотреть на те результаты, которые отдают нам новые сети. Единственный момент, который мы должны не забыть добавить в процесс обучения, связанный тоже с бач-нормализацией, это некоторый флажок. Либо сеть находится в состоянии тренировки, соответственно, мы должны ей проставить NetTrain. Либо сеть находится в состоянии evaluation, который проставляется с помощью NetEval. Зачем это нужно? Пока мы не использовали бач-нормализацию, нам не нужно было проставлять эти флажки. Сеть находится в train-режиме или в evaluation. Но дело в том, что бач-нормализация происходит не в момент вычисления градиентов, не в момент бэкварда, а в момент форварда. То есть каждый раз, когда мы проходим картинкой по сети в форвард направлении, у нас заново обучаются, подгоняются параметры мат-ожидания и стандартного отклонения в бач-норм слое. И, соответственно, чтобы этого не происходило, мы должны явить бач-норм слою, что у нас сеть не обучается, а мы ее тестируем, чтобы он не изменял вот эти параметры мат-ожидания и стандартного отклонения. Иначе у нас будет сетка изменяться, когда мы это выпустим куда-то в продакшн. Действительно, были такие случаи, когда готовую работающую сеть на PyTorch отдавали заказчику, и через какое-то время она переставала работать, потому что параметры внутри бач-норм слоя они изменялись, а сеть не была проставлена в evaluation режим. Так что давайте это не забывать.